2 июля. Пора бы на рыбалку. Ну что, вот мы на тропе. На своей там река. Шумит ветер. А тут вроде бы ветерочка нет. Поют птички. И такая сегодня большая беседа. Большая. Ох ты, подул ветерок. С чего-то надо начать, а потом, как бы сказать, клубочек этот будет распутываться. Ну, начнем, наверное, по порядку. Вот мы как раз с супругой там сидели, о том о сём, и в смысле, она-то особо не интересуется там этим ютубом. Ну, а я так начал рассказывать, что вот, смотрю я ютуб, и есть блогеры, специалисты по ютубу. Например, Эльдар Гузейнов. Или Гузаинов. Вот, Эльдар. Я просто в него влюблен, так сказать, по-хорошему. А именно, ведет речь, мысль, смысл. Речь, мысль, смысл. Умение держаться перед камерой. То есть настоящий блогер-специалист по этой отрасли. Вот, и он там все просматривает, исследует не только там наш YouTube, но и иностранный, что там творится. И вот, в частности, конечно, разбирает феномен блогеров. Ну, можно сказать, подростков, весьма молодых людей, на которых вот свалились там миллионы подписчиков и, естественно, все там остальное. Что вот, как бы сказать, почему это происходит? И он так делится мыслями, что YouTube специально выбирает таких со смазливым личиком, таким приятненьким, слащавым, да? Несколько придурашных, несколько таких вальтоноватых, пофигалистов и так далее, которые, как бы сказать, радуются там жизни. Вот в таких, будем говорить, проявлениях несколько, не заботясь ни о том, ни о чем. Все, мол, нормально, все, мол, хорошо, все, мол, отлично идет. Дабы на примере таких ютуберов воспитать поколение потребителей, бездумных, глупых потребителей, которые хотят быть похожи на своих, так сказать, кумиров, вот таких вот, что все у них там удается, мы там прием. И все отлично, и все будет у всех так. И в этом, я считаю, ничего удивительного нету. Важно, как бы сказать, любое там общество, государство, мировая система, она формирует именно уже вот не то, чтобы человек в ней развивался там, знаете, со своими человеческими качествами, а чтобы все эти люди вот работали под систему, а именно в товарно-денежных отношениях, чтобы все это народ особо не рассуждал, народ потреблял, народ, значит, веселился так и не думал о каких-то там вещах, мол, а это нормально, а это справедливо ли, и так ли это должно быть. И, естественно, общество такое, государство такое выдвигает своих кумиров,
чтобы на них равнялись, чтобы на них воспитывались. Ну и интернет и такие платформы на интернет, и как YouTube, естественно, далеко не глупая организация, которая формирует под себя вот эту людскую массу. То есть цели есть ближние, цели есть дальние. Ближние — это просто тут сейчас заработать, а дальние, чтоб этот заработок никогда не кончался, чтоб люди вот такие вот были особо не рассуждающие. Вот. Теперь вот, что касается тех людей, которые хотят что-то донести такое человечное, полезное, и в некотором смысле выпадают из товарно-денежных отношений, из рынка. Естественно, им такие люди не нужны. Прекрасно сказал Чубайс на эту тему. Что вы там беспокоитесь об этих там 20 миллионах? Ну не вписались они в рынок. Не нужны они, значит. Их доля такова. Вот мой канал. Казалось бы. Даже Островский Виталий подчеркнул. Вот. Я не, как бы сказать, не постеснялся, не вознесся, не возгордился, а взял, написал ему вот так вот и так вот. И он ответил, что говорит, вот тут, говорит, все эти блогеры со своими там, они тут не могут такого сделать, как вы, потому что у вас миллионные тиражи книг были. Но когда ты, вот допустим, миллионные тиражи, вот на них можно было заработать. А потом, как бы сказать, особенно когда вот этот вот у нас дикий был, дикие 90-е, когда там зарабатывая, неважно на чем, все это там такое. То есть контроль со стороны неких сил был ослаблен, так сказать, мутная. Ага, можно было вот заработать на чем-то там популярном. А потом, это популярное, ага. Да оно же где-то подрывает устои, в частности устои, допустим, таблеточной медицины, там еще что-то такое. О, люди тут могут сами обходиться. Ого, да такое не пойдет. И надо это дело как-то это само свернуть. Поэтому уже примерно в нулевые годы, с 2000 года и дальше, перестали печатать целительные силы. Вот их убрали. А различные там вариации моих книг еще продолжались, которые, знаете, толком ничего рассказать, как бы сказать, систему предоставить не могут, которая бы работала в полной мере. И эти книжечки, в первую очередь, целительные силы, убрали. А потом дальше, с появлением интернета и все остальное, крупнейшее издательство России, причем меня печатало, самое крупное, Эксмо, мол, непопулярных мы не можем продать, не затребованы. Все на этом деле и закончилось. Хотя календари не просили. Вот как календари ты напиши. А что календари? Ну календари календарями. Поэтому я вообще отказался от этого. Я такой. Это, как бы сказать, к слову такому. Да,
Далее. Я говорю, вот у меня тут просмотров, 200, 300, 500 там, в лучшем случае. Несколько дней там, за 1000 заходит. Хотя, говорю, вот есть видео, такое как геморрой, я от него избавился, излечился. Смотрю, сколько она там набрала. Забиваю. Значит, оно набрало 125 тысяч просмотров. И там я рассказываю не столько о том, как от него избавиться, хотя и это присутствует, а я рассказываю о причинах, зная которые, ты на них воздействуешь, и он сам уходит. То есть безлекарственный метод. И в то же время в этой ленте, которую выбрасывает, как я набрал, какие видео еще есть насчет геморроя, есть видео 1 миллион 300 тысяч просмотров. Думаю, о, что ж это такое? Ну-ка я посмотрю, что там такое. Ага, открываю. Такое броское название, что-то там. Чуть ли не молниеносное избавление. Сидит мужчина, который не показывает своего лица, то есть глаз не показывает. И перебирает всевозможные таблетки, перебирает всевозможные алоэ, там средства. В основном все вещи, так сказать, лекарства, свечи, мечи, которые он использовал, которые дали облегчение и так далее. Вот. То есть, смотрите, как моя мысль заработала. То есть, он именно вписался в рынок. Он перечислил, буквально-таки все, что сейчас продается для лечения геморроя. А так как, не зная причины и следствия его, вот это будет еще продаваться, использоваться, и он будет тянуться. Вот. Так это ж выгодно Ютубу тем, что товаро-денежный обмен, этот человек вот так вот, как бы сказать, подхлестнул, рассказы о том, что ему там помогает, что ему там будет помогать, что он еще там в процессе лечения находится. И мое видео, в котором я рассказываю о причинах, средствах и методах, которые вообще стоят вне рынка. Естественно, алгоритмы Ютуба, вот тут алгоритмы Ютуба, задействованы на то, чтобы вот то видео, которое стимулирует куплю-продажу, стояло на первом месте. И было 1 миллион 300 тысяч просмотров. А у меня же, которое, вот если это все дело понимать, действует так, как надо, но не вписывается в этот процесс, оно в 10 раз меньше набрало. В 10 раз меньше. Поэтому, вот я как-то вам уже говорил, вот эти вот алгоритмы Ютуба, они совсем по-другому работают. Они работают на товарно-денежные отношения. Если же вы сами не будете использовать сарафанное радио, то так и будет. Каналы с правильной и полезной информацией будут там где-то на задних полках лежать, о которых вы и не узнаете. То есть YouTube их, выражаясь блогерским языком, и не будет в топ поднимать. Вот там они где-то лежат и лежат. Нечто подобное произошло и с передачей «Малахов Плюс». Да, она была популярна, но как с нее деньги надо было делать, было непонятно. Потому что затрагивалась народная медицина. Ага, народ вроде полезно, то все узнавал. Но как из этого вот
большие деньги делает, было непонятно. Вот есть клиники, вот есть лекарства. А вот если их, что и было мне предложено, и от чего я отказался, и вся эта передача нафиг затонула. И появилась другая передача, которая как раз и занимается вот этим вот. Лечит, лечит и лечит. И бесконечно. Вот это одно. Насчет вот этого. То есть без вашего активного участия. И знаете, что бы я хотел сказать? Не то, что вот подписчиков будет много, просмотров будет много. Это для меня хорошо. Это в основном будет полезно и нужно, что останется действительно хорошая, правильная информация, как работать со своим собственным организмом. В противном случае, сейчас все активно делается, чтобы все это исчезло, забылось, стерлось из памяти, вообще нафиг, и упоминания там не было. Так, еще, знаете, вот в интернете там есть высказывание про того, про сего. Но скоро, я думаю, будет целенаправленно все это проделана работа для того, чтобы все это исчезло и, как бы сказать, все получилось с чистого нуля. Вот она медицина. Вот они тут такие-сякие. И вот как мы можем, так и лечим. А вы вот лечитесь, и больше никакого лечения нету. Все, хоть пропадайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!